Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и в общем мы находимся все еще в нашей деревне жителей и, соответственно, продолжаем выживание. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк. Давайте, я жду, короче. Раз, два, три. А если вы первый раз на моем канале, то подписывайтесь на канал. Короче, где там наша жена? Эй, жена. Так, вот она, наша жена. Так, ну-ка, отдавай сюда, короче, пацана. Я в комментах прочитал, мне, короче, надо его на пол поставить. Вот так вот. О, пацан стоит, младший Евген Бро, нифига себе. Смотрите, такой мелкий. Еще сказали, если дать ему яблоко, то, короче, он сразу вырастет. Так. А что вообще тут можно? Так, взаимодействие, пошутить, пожать руку, сделать, рассказать. Ну, давайте шутить. Да ты чё, обалдел? У меня нет дома. В смысле? У тебя же есть дом. А, вот, установить точку дом. Всё. А, давайте снова пошутим, короче. Чё-то мы на одним видео пошутили, а он такой, я бомжара. Да блин, опять. Ладно, короче, давайте ему сделаем подарок. А, так, взаимодействие, а сделать подарок, яблоко. Ого, в натуре вырос. Я в комментах просто прочитал, если, короче, ему дать подарок, яблоко, то он вырастет, реально вырос. Ладно, пусть пока растет сам, не будем его кормить яблоками. Блин, кто написал этот комментарий, тот вообще красавец. Или красавица, да. Так, ладно, все, пусть, короче, младший Евген Бро растет. Смотрите, прикольно, такая кофта, короче, такое это. Ладно, пока он растет, мы, короче, скрафтим себе броню. А потом наследство передадим ему. Все-таки у нас алмазиков много, и комментарий был, что Евген Бро, почему ты не скрафтишь себе броню? Хорошо, мы сейчас как раз пойдем на это завоевание. Короче, мне потребуется шлем. Так, шлем, значит, добыли. Потом мне нужна будет это. Ой. Так. Штаны мне нужны будут. Так, нагрудник мне не нужен. Так, и ботинки. Ботинки. Все. Такс. Одеваемся, потому что мы сейчас пойдем на завоевание. Нам нужны ресурсы. Кстати, а куда пацан-то ушел? Эй, пацан! А, вон он, нифига себе. Ты аккуратней будь, не потеряйся. Ну-ка, пойдем за мной. Следуй за мной, парень. Следуй за мной, если хочешь жить. Давай, иди сюда. Все, оставайся тут. Давайте все-таки с ним позаимодействуем, допустим, не знаю, пообщаемся с ним. Вот, все, мы. О, все, 4. 5 сердечек, все, мы с ним задружились. Давайте пожмем руку по-мужски. Во, все. Можно мне сейчас торт? Нет, нельзя тебе торт. Так, с тобой, значит, позаимодействуем, короче, обнять и чмокнуть, короче. О, все, шикарно. Все, со всеми я в хороших отношениях, все супер. Все меня, значит, любят. Так, кстати, мне надо кирку сделать. А дерево-то у меня есть. А то я кирку отдал чуваку, который там что-то фигарит. Кстати. Вот, значит, у меня дубовые досочки. Так, сейчас мы сделаем палки. Так. Все, получили палочки. Оба. Так, теперь палки, значит, кладем вот сюда. И делаем нашу кирку. Алмазную. Алмазную кирку. Кстати, мне еще в комментариях, я все комментарии читаю, поэтому пишите их побольше. Мне в комментариях написали, что это за мотыга. О, я же ее отдал. Кстати, что там? Да, я отдал крутую мотыгу, написали. А, где фермер-то мой? Так, инструменты, священник. Вот он, фермер. Да, мне написали, что это за мотыга, вот это. Это мотыга, которая делает землю сразу мокрой. Да, спасибо, друзья, что написали. Вот видите, она сразу мокрая земля. Это очень круто, потому что я на самом деле этого не знал. Так, значит, инвентарь, семена. Ты не умеешь, короче, садить пшеницу. Я лучше сам посажу. Зря я тебе слитки отдал. Так, все, вот, значит, посадили. Все, пусть растет. Так, очень плохая фермерша. Фу-фу-фу на тебя. Так, короче, что нам теперь надо делать дальше? А, мы, значит, что там, наш ребенок... Куда он опять... А, во, я думал, он опять куда-то убежал. Короче, пусть пока наш ребенок развивается, а мы пойдем, короче, добывать ресурсы. Потому что у нас опять появились тут лаки-блоки. И, соответственно, нам надо их добыть. Так, мне надо поесть. Печенечку зажуем. Если вы кушаете, друзья, то приятного аппетита. А если не кушаете, то идите покушайте, что вы в самом деле. Итак, я вижу какой-то здесь лаки-блок. Кто же опять необычный? Итак, разбиваем его. Эй, что это? Ого. Ну, давайте разобьем. Нифига какая-то. Смотрите, полянка образовалась. Ну, давай.
Ого! Смотрите! Появился вот такой вот блок. Нифига себе. И тут есть нотный блок. И ступеньки ведут наверх. Так, поднимаемся. Здесь еще один лаки блок. Ого! Лабиринт из тысячи дверей. О, там сундук какой-то. О, пшеница, хлеб, порох, бирка. Офигеть, тут дверей. Так, так, так. О, я вижу дальше ступеньку. Так, поднимаемся выше. Ого, мы сейчас тут, короче, друзья, небоскреб сделаем. Нифига себе. Так, надо печеньку поесть. У нас, короче, сейчас будет продвинутая деревня с небоскребом. О! Ничего, какая комната. Офигеть, друзья. Смотрите, и окно. И окно можно наблюдать. Так, ну-ка. Ничего себе, так дальше выше лезем. Нифига, в натуре сейчас, короче, небоскреб сделаем. О! Нифига, еще один этаж. Еще выше, что ли? Да, ничего себе, смотрите уже как высоко. Эй, бродяги, внизу. Капец, ну-ка. Ого, здесь страж. Ого, 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 вау, 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 вау. Они меня фигарят. Ай, блин. Так, завалили. Ого, здесь стражи. Ой-ой-ой, почти это, дыхание почти кончилось. Так, заберем рыбку. Нифига себе, у нас теперь тут есть подводный этот мир. Офигеть, вот это жесть, вот это очень классный лаки-блок. Я такого не видел никогда. Так, о, осколок призмарина у нас есть. Так, дальше разбиваем. Опять лабиринт из дверей. Так, мы аккуратненько выбираемся еще выше. Еще выше можно, ничего уже небоскреб. Офигеть, высоко. Еще одна комната. И еще один лаки-блок. Вау, ведьмы! Нафиг вас! Вау, 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 вау. Так, так, так. Одну зафигарили, вторую зафигарили, все. Вау, 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 вау. Меня опехает. Так, надо есть. Они меня траванули. Так, что в ящиках? Пузырьки. Слеза Гаста, о, заберем. Так, что тут еще? Стержень Ифрита. Тут зельки тоже. Взрывное зелье невидимости, зелье силы. Нифига там урона. Да, прикольно. О, еще выше этаж, что ли, есть. Нифига уже высота, смотрите. Обалдеть, вот это небоскребище будет. Так, еще один есть. Офигеть вообще. Так, ну ладно, разбиваем. Опять эти штуки. Так, фигарим. Ой, их тут много. Так, опа, все, завалили. Ой-ой-ой, надо выбираться. А! Нифига высота уже. Вот это испытание, обалдеть. Сейчас, короче, подождем, пока нас жизнь восстановится. Обалдеть, высота, смотрите. Офигеть, вот это вообще высоко, я вижу отсюда всю деревню вообще. Офигеть вообще. Я только так печеньки хаваю. У меня скоро кончатся они. Так, ну что ж, давайте разбиваем еще один. Опять подводная штука. Ой-ой-ой, что-то они жесткие. Так, оба. Капец, нифига себе. Еще выше. Сколько можно, друзья? Обалдеть, я, короче, вообще не видел никогда такого. Вообще, это какая-то прям реально высотка из высоток. Опять ведьмы. Так, фигарим. Опять меня траванули. Так, здесь зелье, лечебное зелье. О! Давайте его выпьем. Оба. Дождина еще пошел. Так, надо отключить дождину. Так, все. У меня печеньки кончаются.
Пузырьки, золотой самородок. О, заберем. Понадобится. Нифига они меня почти замочили. У меня вообще мало сил. Нифига высота. Офигеть. Интересно, сколько это вообще будет продолжаться высоту? Я вообще офигеваю. Вот это испытание. У меня уже там сын подрастет, когда я заберусь на самый высокий этаж. Сколько реально можно подниматься до самого неба, что ли? Какое-то нереальное испытание, да, друзья? Офигеть, высота. Вот это жесть. Так, ждем. У меня все печеньки кончились. У меня теперь хлеб, если что, есть. Еще и курица, и все. И у меня больше нет ничего. Офигеть вообще. Так, фигарим. Опять ведьмы. Так, гасим, гасим их, гасим. Так, так, так. Ай, блин, опять траванули. А, зараза. Так, что тут у вас есть? Еще, значит, золотые самородки. Тут зелье регенерации, отравления, слабости. Еще вся... Ой-ой-ой, меня сейчас загасят. Так, едим, едим, едим. Вот. Ой-ой-ой. Зелье регенерации возьмем. Что-то не подействовало. Ох-ох-ох-ох-ох, отравление. Вот, зато у меня восстановление появилось. Все, сейчас восстановимся. Так, все. О-о, восстанавливается, зашибись. Сколько еще в высоту вообще надо будет подниматься? Может, выпьем зелье силы вообще? Я просто не знаю, сколько нам еще воевать придется. Вот, все, у меня есть, короче, острота очень жесткая. Теперь, если что, мы можем вообще жестко рамсить со всеми. Сколько реально подниматься? Ой-ой, так-так-так-так. Так-так. Так. Еще выше. Сколько реально обалдеть подниматься-то? Так, все. Опять двери. Поднимаемся еще выше. Офигеть. Так, здесь ничего. Когда? Когда уже поднимемся-то? Обалдеть. Или это бесконечная штука? Ого, мы уже над облаками. И все выше и выше поднимаемся. Все, смотрите, друзья, мы над облаками. Капец, вот это жесть. Куда реально ведет это? Ой-ой-ой-ой, зомби. Ого. Все, эта высота была самая максимальная. Обалдеть. Такая музычка тут играет. Вот, смотрите, меч какой-то. Тини, террор, пони, покер. Нифига, 10 тысяч урона. Офигеть, нифига себе меч. Бабах, нифига валит. 10 тысяч урона. Да, это стоило сюда забраться. Так, спускаемся теперь. Мы будем долго спускаться. Капец, вот уровней было. Смотрите, друзья. Жесть, вот это реально жестко. Я такого квеста, челленджа вообще не видел никогда. То есть, обалдеть, это, по-моему, самый лучший лаки-блок, потому что ёшкин кот. Смотрите, мы теперь создали реально небоскреб. У нас просто огромный появился небоскреб в городе. Офигеть вообще, вот это жесть. Просто такая высотка. Деревня теперь преображается, как будто маяк такой гигантский стоит. Вот это реально жестко. Так, ну ладно. Тут еще были лаки-блоки. А, ну-ка, сын-то там вырос у меня. Ну-ка, он растет вообще. Ну-ка, парень, 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 ты где, парень? Ну, с ним, говорят, погулять надо. Ну ладно, сын такой. Эй, what's up, man? What's up? Кстати, интересно, его можно одеть в броньку? Ну-ка. Ого, в натуре в броне, нифига себе. Но мы ему потом лучшую броню дадим. Короче, этот меч... Ладно, я тебе пока не завещаю. Я пока тебе топорик завещаю, все. Так. Ну что, отправимся, короче, дальше. Тут еще были лаки-блоки. Ну их вроде мало было, но все равно, ну-ка. О, смотрите, Аксиния, библиотекарь. Мы создали жителя. Так, давайте наши, короче, припасы разложим по сундукам. Потому что мы прям очень много насобирали припасов, я не знаю. Прям реально очень много. Так, 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 так. А, о, еще есть тини, короче, какие-то террор
А сапоги, ну-ка, как они выглядят? Ну, они вроде хуже. Ну, я не знаю, давайте пока, может, потом сет соберем. Так. Отправляемся по бабырику дорубить оставшиеся лаки-блоки и все. Так, здесь нету ничего. О, я здесь вижу. Так. Здесь опять житель какая-то. Фиана, священник. Тут, значит, ресурсы. И вон там еще лаки-блок. Нам надо до него добраться. О, смотрите, какао-бобы есть. Так, нам надо, короче, подняться как-то вот здесь. Так. Вот так, прорубаемся. Во. Быстренько подбираемся к этому лаки-блоку. О, мы добыли, короче, стол. Отлично. Так, все, бежим дальше. Так. Ой-ой-ой, динамит, бежим. Нифига тут разнесло. Немножко деревню задело. Потом мы здесь, короче, застроим. А то капец будет, да. Да, немножко покоцал. Ого, я что-то слышал. Там что, шахта где-то есть? Так. Бежим и дальше. Такс. Ого, что это такое, смотрите. Бау. Ну-ка. О, яблочки золотые. Еще лаки-блоки. Вот это опасно может быть. О, железные слитки, золото и выбрасыватель. Отлично. О, зелье. О, лаки и плохие. Нифига нам подфартило. Так, а здесь что? О, эндермен. Нифига она увольнул охранник-то. Рэми, страж, просто налетел и порвал эндермена. Вообще, просто в щепки его. Да, ну все, здесь вроде кончились лаки-блоки. Да, отправляемся, короче, домой, потому что уже наступила ночь. Офигеть, башня классно ночью светится. Так. Заходим. Так, давайте, значит, все это положим. Так, все это, значит, складируем сюда. Так, 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 так. Лаки-блоки мы оставляем для следующей серии. В общем, дорогие друзья, серия реально получилась необычная. Наш пацан растет. Че у него какие-то глаза стали? Он что? Что это такое, кстати? А, отец вы, мать Рэйвен. Нифига даже подписано. Возраст 7. Что-то настроение уныло. Ну-ка его подвеселим, короче, общаться. О, настроение прекрасное. О, нормально. О, поднять можно. Ну-ка. Ну-ка, что он прям на мне, что ли, сидит? А, вон он сзади, смотрите. Нифига себе, вот это прикол. Во, сбросили его. Нифига классно вообще. Да. Офигенно вообще, реально. В общем, дорогие друзья, вот такая вот интересная серия получилась. Мы, короче, вырастили сына. Построили, значит, посадили дерево. Ну, не совсем дерево. Мы, короче, посадили тут целое здание, небоскреб. Вот. Ого, какая. Саммер, мясник, нифига себе. Да, что-то они все какие-то такие униленькие стали. Ну-ка, давай с Саммер пообщаемся. Так, общаться. Да ёпары с этой, ладно. В общем. Короче, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Евген Бро. И, в общем, пишите ваши идеи, либо какие-нибудь пожелания, либо как что делать, потому что читаю все ваши комментарии. Всем бай-бай-бай-бай.